Целься. Целься. Блин. И в другое укрытие. Ясно? Ай! Вылезай уже! Блестяще, Джоди. Так, боец, давай-ка, убери эти бочки. Продолжаем.
Неплохо. Плохо, Джоди, но в реальном бою ты была бы мертва. Нет, в реальном бою ты бы не успел даже пасть раскрыть, Райан. Что ж, неплохо, агент Холмс. Ты прошла. Мои поздравления. Спасибо, сэр. Да, Джоди. Добро пожаловать. Эй, у тебя молодец, получилось! Джоди. Вот поздравляю! Умница. А если что-то пойдет не так? Тогда уж ничего не сделаешь. Так я и думала. Зря спросила. Кто эти люди? Дипломаты, политики, бизнесмены, шпионы. Обычная тусовка. Слушай, постарайся быть естественной. Если кто-нибудь с тобой заговорит, улыбайся. Вести себя естественно или улыбаться? Вот это ты умеешь шутить. Когда умираю от страха. Райан, как хорошо, что вы пришли. Мое почтение, шейх Ахмад. Разрешите представить мою ассистентку, Элизабет. Я и не знал, что среди американских дипломатов бывают такие прелестницы. Приятно познакомиться. Господа, возвращаю вам шейх. Я к вам подойду. Хорошо, Райан. Та еще гнида. Он ненавидит меня и мечтал бы выгрызть мне кадык. А ты ему приглянул. Я польщена. Ладно, пойду к гостям. Иди и найди укромное место. Ты знаешь, что делать. Посол! Отлично выглядите. Найти укромное место. لكن توجد كميات كبيرة حاليا كل يوم يمر هو أصعب من الآخر علينا أن نواجه
كنت أتسوق في لندن نهاية الأسبوع الماضي. لقد اشترى محمد طائرة جديدة. إنها مريحة جدا. طائرة سابقة. Айден, ты готов? В комнате наверху есть большая картина. За ней сейф. Нужные нам документы лежат там. Там охрана и повсюду камеры, так что аккуратно. Скорее, Айден. Мне больно, когда ты так далеко. Кабинет с портретом шейха. Ты на месте. Нет. Сначала отвлечь дежурного. Да, она. Так. Теперь за кабинетом никто не следит. Можно работать. Конец. Осторожно, Айден. Нельзя никого трогать, иначе он сразу очнется. Теперь замри. هل من أحد هناك؟ الرجاء الخروج من هناك على الفور. ولكن ماذا تفعل هنا؟
إنها ما رهد السيدات. انصرف من هنا أيها المنحرف. انصرف. Я не могу ничем помочь тебе. Удачи. Джоди, ты как? Не трогай! Пошли отсюда. Ясно. Уходим. Да. Джоди, привет, это Райан. Райан? Скажи мне, ты получила мое письмо? А, что? Что? Какое? Я 3 дня назад тебе кинул. Ты знаешь, у меня вообще-то проблемы с компьютером. А о чем ты писал? Вообще-то про ужин сегодня в модном ресторане. Ну, теперь уже поздно, так что... Может, в другой раз? Черт. Черт, как жалко, я... Ну, а хочешь, приходи сегодня ужинать ко мне? Как раз посмотришь на мою новую квартиру. А, можно, но... Давай 8:00. Ну, ладно. Обещаю принести хорошее вино. Все, жди. Ясно, зачем ты комп спалил. Чтобы запороть мне свидание. Какое твое дело, Айден? Я сама решу. Заткнись! Заткнись! Мы это уже проходили! Я не твоя собственность! Я буду встречаться с кем захочу! Это моя жизнь! Ты слышишь меня? Это моя жизнь! Знаешь что? А по-моему, Райан классный! Он умный, обаятельный, смешной! Я почти влюбилась! Да, я в курсе, что случилось в вам. Спасибо, что напомнил. Райан не такой. Так, ладно. 7:00. За час надо убраться, одеться и сделать ужин.
Мусорка на кухне. Грязное белье в корзину в ванной. Так, сюда. Хватит, Айден, что ты как маленький? Книги. Так, их на полку. Ну вот. Господи, а как же ужин? Надо хоть что-нибудь приготовить. Нужно что-то, что можно приготовить за час. Из тех продуктов, что есть. Острое мясо. Китайское блюдо. Вроде даже не сложно. Курица карри с печеными овощами. Тут нужна духовка, но вроде просто. Пицца на заказ. А что? Без особых изысков, но зато готовить ничего не надо. Это вариант. Да. Мясо по-китайски, а что, экзотика? Только главное не накосячить. Спасибо, Айден. Ну, вроде все.
И немного саке. А готовить не так уж и скучно. Райану должно понравиться. Черт, не успела. Иду. Молодец, Айден. Обхитрил меня. Теперь открывай. Айден! Ну хватит, открой быстро! Хочешь поиграть? Поиграем. Зря стараешься, Айден. Ты мне свидание не испортишь. О, да, очень смешно, Айден. Надо же, какая романтика. Thank you.
И что мне надеть? О, привет. Я типа тут оделась во что попало, потому что мне пофиг. Пофиг. Надо просто быть собой. Действительно, ни к чему вешаться ему на шею. Можешь даже не стараться. Слышишь? У меня будет свидание. Точка. Нет, Айден. Ты не понимаешь. Так, спокойно. Никаких нервов, отставить панику. Все будет супер. Айден, будь другом. Для меня это важно, я на тебя надеюсь. Шато Марго 2001 года. Продавец сказал, очень хороший год. Правда? Здорово. Садись,
Я принесу. Ну, чем вино открывают? Классная квартира. А? Да, спасибо. Айден, твою ж давай открою. Нет, нет, я сама. Окей. Спасибо. За новоселье. За новоселье. Ты давно переехала? Неделю назад в управлении подобрали квартиру с мебелью. Если честно, никогда еще не жила одна. Сама по себе. Мне это как-то непривычно даже. Ну, а ты, где ты живешь? А вырос ты где-то здесь? Нет, я из Орегона. Родители... Ничего, это... Айден расшалился, не обращай внимания. Как ты оказался в ЦРУ? Я закончил колледж, но не знал, кем хочу стать. Был в армии. Сама понимаешь, мечтал о приключениях. Но в итоге понял, что это не мое. А потом меня нашел вербовщик из ЦРУ. Вот и все. Мне надо пойти посмотреть, как там ужин, а то... Признаться, готовить я только учусь. Помочь тебе? Нет, ты посиди, лучше вина налей. Ладно. Ага. Мясо по-китайски? Да. А я в Китае год служил, обожаю их кухню. Будь готов к худшему. Я, считай, второй раз в жизни готовлю, и первый лучше не вспоминать. Вкусно. О, хорошо, я очень старалась. Мы с тобой работаем вместе уже 2 года, а я о тебе ничего не знаю. Так и рассказывать-то нечего. Жила с родителями на базе ДПА, потом меня забрал Нейтан. Ну, а остальное ты знаешь. А с родителями ты общаешься? Нет, незачем. Мне кажется, они вообще боялись меня. Вот, Нейтан и Коул, они вырастили меня. Учили, как жить с Айденом. Принять себя такой, какая я есть. Не всегда получается, но я стараюсь. Скажи, а Нейтан так и не выяснил, откуда у тебя эта связь с Айденом? Нет, не выяснил. Они... Много чего узнали об инфрамире.
Но ничего, обойду. Кажется... То есть, он здесь сейчас? Слушает нас? Да. Это так и должно быть? Да, все нормально, просто Айден слегка нервничает. Ерунда, правда. А у тебя здесь есть родные? Нет. Мои родители живут в Орегоне. Я стараюсь о себе не напоминать. А у тебя есть жена или типа того? Нет, нет. Ну, в смысле, как была. Я был женат, но мы с ней уже 2 года как в разводе. У нас не было шансов. Ну, так уж вышло. Настал момент, когда мы оба поняли, что лучше не тянуть и разойтись. А у тебя? Есть кто-нибудь? Нет. Только Айден, вот. Ну, а среди людей? Знаешь, Айден как бы... всегда отгонял от меня людей. А может, я сама? Может, я просто для всех слишком странная? Ты особенная, Джоди. И дело тут не в Айдене. Джоди, что-то не так? Прости. Прости, не думай. Дело не в тебе. Просто однажды... не могу кое-что забыть. Ничего. Ничего. Прости. Я, наверное, пойду. Да. Джамал Шейх Шариф, один из опасных.